Ну, по-моему, это очень сложно его изучить, потому что он сам все не знает. Потому что отправляется то в одну сторону жизни, то в другую. И почему-то кажется таким же талантливым во всех этих местах. Я очень рад, что я с ним познакомился. Конечно, то, что он делает в этой книге, например, и других, это не моя поэзия, то, что я очень люблю. Поэтому трудно о ней говорить, потому что покажу 3-4 фотографии, может быть, мало ли они смогут издалека сработать. Ничего как бы недоделанного не могу, что появилось, значит, на сцене или с моей подписью и так далее. И за все время, например, как был мой спектакль «Снежное шоу», ему лет 20, наверное, может больше, я выбрал 5 фотографий и решил, что вот эти 5 фотографий могут что-то сказать об этом спектакле. И вдруг пришел Володя. Правда, я сам нашел. Я пошел к знаменитым всяким специалистам и сказал, кто у нас самый лучший сейчас фотограф, значит, который может поснимать конгресс дураков. Это странное событие, где обычный фотограф, даже очень хороший специалист, не очень поймает. А, не знаем, это Володь Мишуков. Ну, познакомился с Володей Мишуковым. И он начал снимать, и во время этого фестиваля было 2 раза спектакль «Снежное шоу». Он снял за эти 2 спектакля 30 фотографий, которые я посчитал, что они могут, тут через них можно попасть в этот спектакль. То есть он ухитрился каким-то способом и людей в зале, и людей на сцене. Он, главное, никогда не снимал ничего прямо. Он где-то из щели какой-нибудь, из-за кулисы, из-под мышки и так далее. Все это снято как бы так необъяснимым способом. И удивительно просто открыл этот мир. И уже 3-ю книгу сейчас выпускаем, в которой просто практически все фотографии Володи. И я так рад, что он влюбился в этот спектакль и вообще в работу «Клоунада» и так далее. И смог это преподнести через книгу, значит, публике. И я, конечно, не знаю, как, что еще можно сказать про него, потому что, конечно, на этом его не заканчивается, его творчество, потому что фантастические выставки, книги, альбомы и так далее, одно другое лучше. Но я очень рад, что вот мы с ним встретились и что-то смогли сделать вместе. Я очень рад и поздравляю тебя. Царскосельская художественная премия 2015 года присуждена Владимиру Мишукову за философскую визуализацию в фотоальбоме «Слава, дурак». Я первый раз вообще слышу, что ты так много говоришь. Честно говоря, я поражен. У меня после этого выступления нет слов. И, в общем, я могу оправдаться, потому что фотография – это молчаливое искусство. И вообще изобразительное искусство, оно имеет большое преимущество. Оно может не говорить. Не потому, что нечего сказать, а может быть даже наоборот. Может быть, даже наоборот, там от переполненности ты замолкаешь и пытаешься объясниться в любви этой жизни мастеру, человеку, природе, создателю. Всему, что нас переполняет, что нас удивляет каждый день. Каждый день. Спасибо вам. Известно.